Всем привет, ребят! Вы на канале Культ Леса. И мы, как всегда, в лесу с вами на связи. Сегодня у нас конец января. За бортом около 10 тепла. По ночам бывают заморозки. Небольшие дожди периодически бывают, но в основном сейчас в посадках и лесах очень сухо. Планируем сегодня встретить фламулину, набрать. Мы все так же, кстати, недалеко от города. Мы сейчас в лес далеко не ездим, потому что все-таки холодно и грибов сейчас очень мало. Мы в основном проходим свои посадки, свои старые места, исследуем на наличие фламулины, вешенки, аурикулярии уховидной, в основном, что сейчас встречается. И саркоцифа алая уже началась у нас. Кое-где уже мерещатся нам цветочки, что очень странно для наших январских дней, можно сказать. Да, но все равно где-то теплее, где-то холоднее, поэтому будем смотреть, будем искать сегодня грибы. Как всегда, подкармливаем своих лесных жителей, лесных обитателей. Не забываем это делать, потому что лес нас всегда кормит. А мы кормим его обитателей. У меня сегодня с собой семечки льна. Птички очень его любят. Поэтому я часто привожу им именно их. Ну а что сегодня нам встретится в лесу? Пойдемте и узнаем вместе с нами. Наша первая находка. Маленькая семейка фламулинки. Она не подмерзшая, потому что сейчас мороза уже нет. Смотрите, крошечная. Но хорошая. Первая наша находочка. Берем ее, конечно же, с собой. Это фламулина бархатистоножковая. Наш зимний опенок. Встречаются также вот такие грибы. Это эльфовая чашечка или чаша эльфов. Научно называется она саркоцифа алая. Эти грибы хороши в салат. Мы их также добавляем при консервировании в баночку с фламулиной. Получается не то, чтобы, конечно, вкусно, вкусовых качеств она не имеет никаких практически, но для красоты, для эстетического вида очень даже красиво. Саркоцифа любит произрастать на веточках, на перегнивших ветках лиственных деревьев. Она предпочитает расти на всех веточках. Вот такая вот, видите, небольшая. Для того, чтобы ее приготовить, ее нужно очистить от белой вот этой вот пленочки. А сделать это можно, замочив эти грибы в холодной воде на несколько часов. Тогда пленочка сама по себе, можно сказать, слезет. Гриб получится красненький. Саркоцифа алая любит прятаться под листочками. Но заметить ее, в принципе, легко за счет того, что она выглядывает из-под этих листиков своим красненьким цветом. Таким, как маленький лесной тюльпанчик. Еще одна семеечка фламулинки. Попробуем ее сразу срезать. Посмотреть на ее качество. Качество у грибов хорошее. Мы это можем замечать по светлым пластиночкам. Чистым. Грибочки достаточно свежие и хорошие. Здесь совсем малыши и такие все уже подвявшие. Для конца января грибочки, в принципе, неплохие. Малышей оставим. Шляпки заберем. Их будет тяжело очищать, конечно, от вот этого мха. Но мы поступим по-другому. Мы их замочим в кипяточке. И вот этот мох благополучно отойдет от грибов. А здесь мы обнаружили очень большое соседство. Мы можем наблюдать здесь фламулину. Раз, два, три. Вон там дальше четвертая большая, такая крепенькая прям семья. Саркоцифу алую и алеврию оранжевую. Посмотрите на этот грибок. Он очень отличается от саркоцифы алой своим цветом.
Этот гриб называется алеврия оранжевая. Кладем его в корзиночку. Здесь вот также саркосифа. Чашечка эльфов. Маленькая. Но в салатик пригодится. И если порыться, можно, конечно же, под листво еще увидеть. Их очень много. Сейчас наступает сезон именно этих грибов. Именно саркосциф. Это грибы весенние. Они словно цветы распускаются из под перегнившей листвы и радуют наш глаз. Здесь прямо из перегноя, можно сказать, распускается фламулинка. Вот это светлое, это тоже она. Просто молодой экземпляр. Это тоже фламулина. Бархатисто-ножковая. Вот сосед прям рядышком. Видите, какие крошечные. Несмотря на то, что сейчас засуха, экземпляры лезут совершенно молодые. Видите, мы можем это наблюдать. То, что совершенно молоденькие грибочки проклюнулись совершенно недавно. Это очень радует, потому что без грибов сейчас таким, как мы, очень туго. Кто грибы собирает, понимает меня, как это тяжело пережить межсезонье, сидя дома. Но видите, мы не сидим дома. Сейчас, в принципе, зима очень теплая везде, во всех регионах. Грибочки растут такие практически везде. И каждый уважающий себя грибник спешит отправиться в лес, чтобы что-то для себя найти, погулять, отдохнуть, сбить эту грибную оскомину. А у нас это очень даже хорошо получается. Вот такая вот прекрасная семейка, молодая. Смотрите, вот в баночку будет просто огонь. Еще одна не менее прекрасная семейка, самая крупная первая находка вот таких вот рыжих прекрасных фламулин зимних опят. Попробуем их срезать и посмотреть на их качество. Мне кажется, очень будут хорошие. Да, такие сочные, вместе со свежей травой тянутся. Ножки нам, в принципе, не нужны, потому что, ну, вот эти вот свежие ножки молодые можно взять. Если ножка будет темная, ее все равно пришлось бы обрезать. А такие грибы вот с такой именно ножкой, их можно оставить. Потому что здесь она светлая, хорошенькая. Вот смотрите, какие получаются сочные, красивые грибы. А вот здесь я совершенно случайно заметила, что здесь в маленьком таком небольшом дупле виднеется что-то рыженькое. И не прогадала, потому что это ламулинка, которая уже начала покрываться вот таким вот спороносным порошком для того, чтобы размножиться. Видите, она уже начинает спорить, поэтому оставим ее здесь. Не менее великолепная семейка мне попалась. Смотрите, какая большая, пушистая и сочная. Прям в пыли такая вся. И вот здесь вот за стволом, смотрите, тяжело сюда подлезть, потому что это овраг. Вот такая вот получилась у меня семейка. Сейчас я все это буду срезать. Вот здесь мы видим еще одну семейку. Видите, какая она уже такая прям подсушилась, потому что сухо сейчас, нет дождей, нет влаги совершенно. И грибы начинают потихонечку засыхать. Поэтому забираем их на этой стадии, пока они есть. Сросшаяся семейка. Вместе с сеном. Сено убираем, конечно же. Вот она, какая замечательная. Все забираем, потому что сейчас сухо, и они только посохнут. Видите, что творится под корой? Малыши просто. Кто знает, будут ли они в феврале месяце, не будут. Такие мы тоже маленькие сегодня забираем. То, что погода сегодня у нас 10, завтра будет минус,
Они, конечно, примерзнут, но могут испортиться тоже. Поэтому вот эти мы экземпляры тоже заберем. И вот такая вот еще одна семейка попалась нам. Она очень сочная. Очень молодые там экземпляры. Так, чтобы их не растерять все. Ух, прям, смотрите. Вот этот толстоногий бочоночек. Настоящие опятки, только зимние. Тут же рядышком в этом же овраге еще попались грибы, тоже фламулина. Тоже экземпляры хорошие, будем их забирать тоже. Вот что мы можем обнаружить, когда открываем кору. Здесь уже фламулина начинает спороносить. Видите, уже начинаются споры, поэтому Данные экземпляры мы трогать не будем, мы просто оставим как есть, наклон корой, пусть размножается себе дальше. А здесь прям уже такие староватенькие грибочки. Давайте посмотрим, срежем. Они уже прям мягкая ножка у них. Пластинки уже пожелтели. Такие грибы мы можем оставить здесь. Тоже такие совсем взрослые экземпляры. Достану, вам просто покажу, что они себя представляют. Они уже начинают свое размножение. Видите, они уже подгнивают. Дальше они покроются белым спороносным порошком и будут продолжать свой род. И вот такая вот грибная семья мне попалась. Посмотрите, какая замечательная. Прям молоденькие, медовые, можно сказать. Я в эту семейку просто влюбилась с первого взгляда. Разве она не замечательная? Прям даже вот срезать ее не хочется. Настолько вот она хороша просто. Давайте попытаемся срезать, что из этого получится. Прям под корой. Ох, как хрустит, вы это слышите? Ох ты, посмотрите, какие экземпляры. Вот это вот козырные. Кладем это все в корзиночку, забираем маленьких гвоздичков. Смотрите, какое соседство. Здесь у нас какая яркая и красивая чаша. Она прям действительно чаша, потому что в ней даже водичка есть, смотрите. Прям внутри она что-то там себе сохранила, какую-то влагу. А здесь вот мы видим тоже, это все фламулина бархатистоножковая. Просто эти экземпляры постарше, и немножко они успели состариться. Но это все та же фламулина. Видите, какие хорошие козырные грибочки. Мы их тоже забираем, потому что
Это тоже очень хорошие грибы, несмотря на то, что цвет шляпки у них немножко темнее. А вот здесь вот это уже в листве мы обнаружили эти грибы. Они были зарыты прям в корнях. Вот как сейчас я их разгребаю. Видите, это все же та же фламулина, она такая вот длинноногая, если вырвать ее с корнем и посмотреть. И она такая любительница прям вот прятаться под корой. Потому что ей там тепло и удобно расти, видите? Но это все те же костные зимние опята. Нашли муравейник, и муравьи на нем не спят. Представляете, все муравьи работают. Они такие все темненькие. Вот, иди-ка на палочку посажу тебя. Вот он, не спящий труженик. Трудятся ребята. Много не видно их. Еще рано, но они уже не спят, они уже работают. Молодая фламулинка лезет, ее почти не видно из корней, из листвы. Она так прячется прям хорошо. Смотрите, какие молодые семейки, потемневшие. Только потому, что я развернулась назад, я смогла ее заметить. Видите, какая красивенькая семейка молодых зимних опяток. А так бы прошла, не заметила, если бы не развернулась и не посмотрела. Будем снимать урожай. Они такие тут хорошенькие, толстоногие. Прям можно взять прям семьей целой отрезать, наверное, я думаю. В еду берем только светлые части наших грибов. Такой необычный, прям конусовидный грибок. Забираем мелкие. Мелкие также будут хорошо смотреться. И в баночке, в салате, где угодно. Грибы можно везде использовать эти. Чем мельче гриб, тем лучше. Я думаю, каждому нравится кушать не большой гриб, а маленький. Такой маленький деликатес получается. Мне нравятся такие молодые экземпляры. Они всегда чистые. То есть под пластинками не нужно будет заморачиваться, вымывать этот песочек, остатки земли, либо коры, если гриб растет на стволе. Поэтому прополоснем после того, как мы зальем эти грибы кипяточком. И все. И можно уже либо сразу будет пожарить этот гриб, либо отварить в баночку, замариновать. Либо съесть сырым, кто как любит. Можно и сырым его съесть. Он очень полезный. Он обладает такими веществами, которые используются в лечебных целях для профилактики и лечения онкозаболеваний. Хорош гриб во всем. Ну все. В принципе, здесь мы все срезали. Закидаем обратно все это листвой. И пойдем дальше искать. Смотрите, просто шикарная. Молодая, ножки свежие. Тоже забираем ее сейчас. Ой, прям вообще, ну смотрите, просто как игрушечки. И сегодня нам, ребята, крупно повезло, потому что мы нашли первую вешенку за сегодня. Смотрите, какая шикарная особь. Попробуем ее срезать. Я думаю, что она будет чистая и вкусная. Ух, какой срез, смотрите. Та-дам! Да, она просто шикарна, ребята. Посмотрите, вешенка устричная, сочная и безумно ароматная. Просто вкуснятина. Вот эта вот лесная вешенка самая вкусная. Такую в магазине вы точно не найдете. Встречаются и такие вот древние динозавры, которые стоят уже достаточно давно. Но их тоже можно взять. Потому что этот гриб тоже неплохой. Хоть и чуть подсох. Я нашла вот такую вот молодую, тоже совершенно хорошенькую семеечку. Вот она какая. Хорошенькая, сочная.
Ребят, какой кайф. Идите в лес, ищите грибы. Это ж такое наслаждение. В январе, в конце января, считай, уже весна на носу. А мы собираем грибы. Какой же это кайф. Находить вот такие вот вкусные, сочные экземпляры. Ну вот такой вот сегодня результат. В принципе, очень даже неплохо на сегодня. Напомню, что за бортом у нас плюс 10, конец января. И вот такие вот сегодня уловы. Очень даже неплохо, я считаю. Резиночка почти полная получилась. Поэтому будем прощаться. Всем пока. До скорых встреч.